exkluzivní host 48. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, mistr John Travolta. Зрители, которые несколько часов ждали этого момента, вознаграждены по заслугам. На красной дорожке появляется специальный гость фестиваля в Карловых Варах, звезда американского кинематографа Джон Траволта. На минуту замеряв перед камерами, он стремительно бросается к зрителям и на радость туристам обходит все трибуны. Траволта приехал в Вары представить свой новый фильм и получить главный приз фестиваля – «Хрустальный глобус» за вклад в кинематограф. Статуэтка и звезды, у которых она уже есть – главные герои трейлеров международного фестиваля в Карловых Варах. За «Хрустальный глобус» в этом году в главном конкурсе будут бороться 14 лент. Среди них одна российская – фильм режиссера Юсупа Разыкова «Стыд». В программе фестиваля есть еще специальные секции для документального кино, форум независимых, программа «К востоку от запада». Всего будет вручено 19 «Хрустальных глобусов» – 9 золотых и 10 серебряных. На «Хрустальный глобус» не могут претендовать ленты, которые уже участвовали в международных фестивалях. Но такие фильмы зрители в Карловых Варах тоже увидят. В том числе картину казахстанского режиссера Эмира Байгазина «Уроки гармонии», которая была высоко оценена на Берлинале и получила «Серебряного медведя» за операторскую работу. «Восьмерка» – вторая цифра в 48-м по счету кинофестиваль в Карловых Варах в эмблеме кинофорума превратилась в знак бесконечности. Это, конечно, и стильный дизайн, и намек на будущую долгую и успешную судьбу фестиваля. Всего в рамках фестиваля покажут 230 картин. Будет 6 мировых и 7 международных премьер. Но, пожалуй, самое удивительное, что билеты на большинство показов были раскуплены в первый же день. Фестиваль в Карловых Варах собирает ежегодно почти 120 тысяч зрителей.